стало первого губернатора Сахалинской области Валентина Федорова. Он скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Валерия Лимаренко. Лимаренко принес соболезнования родным и близким Федорова. Не стало крупного ученого-экономиста первого губернатора Сахалинской области Валентина Петровича Федорова. Он возглавил островной регион в непростое для нашей страны время, сказано в сообщении. Отмечается, что Федоров дал старт важным социально-экономическим преобразованиям и заложил основы для развития Сахалина. Во время его работы на посту губернатора в регионе появились десятки предприятий в рыбной промышленности и сельском хозяйстве. Также Сахалинская область начала сотрудничать с иностранными программами по освоению Сахалинского шельфа. В то же время разработали и приняли первую федеральную программу развития Курильских островов. Имя Валентина Петровича навсегда останется в истории Сахалинской области и в памяти тысячи людей, отметил Лимаренко. Также соболезнования выразили мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и вся администрация города. Федоров в разные годы был председателем Сахалинского облисполкома, заместителем министра экономики России. Пост губернатора Сахалинской области он занимал с 1991 по 1993 год.